этом году на ремонт образовательных учреждений выделены дополнительные средства – более 285 миллионов рублей. Всего в этом году работы планируется провести в 12 учреждениях образования. В списке – школы, детские сады, колледжи. На оперативном совещании был представлен отчет о реализации программы. В частности, о ремонтных работах в 35-й гимназии во Владимире, школах Гороховецкого, Киржачского районов и Мурома. Следующий объект – это город Камешково, школа номер один. К сожалению, есть судебные разбирательства, но полы провалились в обоих спортивных залах. Значит, снимать будут, соответственно, это покрытие демонтируют, будет замена деревянных лак. Во время проведения ремонта дети будут заниматься попеременно в двух залах, а также на спортивных площадках. Важно исполнить в срок и с хорошим качеством, потому что школы нуждаются в ремонте. Слава Богу, мы изыскали средства в бюджете для того, чтобы не откладывать на 23-й год эти ремонты. И важно в 22-м году максимально из запланированного исполнить. Еще один вопрос, который обсуждался на совещании – исполнение бюджета региона за первое полугодие 2022 года. По состоянию на 1 июля объем поступивших доходов в бюджет области составил 41 миллиард 700 миллионов рублей или 48,7% к годовому плану.